Canotti, Triple G Golovkin. Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях легендарный мексиканец Хуан Мануэль Маркес раскритиковал своего соотечественника Сауля Канело Альвареса по поводу его решения провести бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Ранее стало известно, что боксеры ведут переговоры о поединке на 6 мая. Сообщалось, что он пройдет в промежуточном весе 165 фунтов. Таким образом, Чавес-младший, который в последнем бою впервые за два года уложился в лимит второго среднего веса, опустится на 3 фунта, тогда как Канело, владеющему поясом чемпиона WBO в первом среднем весе, придется подняться на 11 фунтов. По словам Маркеса, ему нравится этот бой. Однако он находит странным тот факт, что Канело отказался драться с чемпионом в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным в рамках лимита дивизиона 160 фунтов. Он согласен на него, потому что это интересный и хороший бой, который фанаты захотят посмотреть. Но Канело отказался от боя с Головкиным, потому что он не хотел драться в 160 фунтах. И теперь он будет биться с Чавесом в 165. Я нахожу это нелогичным. Канело сказал нет 160 фунтам и вернулся в первый средний вес. Но теперь он собирается подняться еще выше для боя с Чавесом. Это хороший конкурентоспособный и интересный бой между двумя мексиканцами. Но он оставляет желать лучшего, поскольку Головкин остался неудел. Канело должен драться с Головкиным, заявил Маркес в интервью Голпе о Голпе. Ранее сам Головкин посмеялся над потенциальным боем между Альваресом и Чавесом-младшим. Между 3G и Канело имеется устная договоренность о проведении боя в сентябре 2017 года.